Краснов Олег Львович, директор Центра технического творчества, президент Федерации ракет модельного спорта, депутат районного совета, организатор этих соревнований. Чемпионат России, первенство России и Кубок Европы по судомодельному спорту. В соревнованиях будет принимать участие, приехало 18 регионов со всей России, начиная с Кемерово-Новосибирска, кончая центром России, Ульяновск, Киров, ну, в общем, практически все регионы России. Значит, 120 участников. Из зарубежья приехали спортсмены в Кубке Европы с Белоруссии, Украины, Казахстана. И должны были с Польши, но до сих пор их нет. Это все за счет командирующих организаций, да, соревнований проводятся. Проживают они в гостинице «Звездочка» и в центральной гостинице. Да, здесь проводятся соревнования модели копии. Все классы радиоуправляемые. Крупногабаритные модели копии и плюс класс спортивных яхт. Это двухметровые яхты, тоже радиоуправляемые. Очень интересный вид программы. Так что приглашаем всех жителей Среднего Посада посмотреть эти соревнования. Четвертый чисто. Четвертый мимо. Пятый чисто. Первый чисто. Пятый шестой чисто. Чисто. Расскажи мне, пожалуйста, сколько вас приехало из Ейска? 3 человека и плюс взрослые. Как вас зовут? Как зовут капитана, который сейчас управляет? Саша. Саша Урицкий. А тебя как зовут? Кирилл Мирошниченко. Вы давно занимаетесь судомодельным спортом? 3 года. Нравится? Да. Иначе вы бы тут не были. Глупый вопрос, да?